Ну а перед началом нашего видео я напоминаю тебе, что вовсю идет битва блогеров, и мне очень нужна твоя помощь. Вступай по ссылке в описании. Получишь офигенный, красивый, клевый, специальный камуфляж нашей команды, оранжевого цвета, весь в лайках, весь офигенный. Приглашай друзей, которые давно не играли в танки, и они получат, и ты получишь очень много всяких наград и плюшек. И значительно ускоришь прогресс движения своих очков и нашей команды в целом. Я буду очень рад вашей поддержке, она мне никогда не нужна была больше, чем сейчас. Я, короче, на... А, ты поехал, хотел в лес ехать? Я не агрессивно, я сейчас вернусь, ты едь пока. Там в лесу тут такое. Нас... Жаль, нельзя в одном бою выполнить это ЛБЗ с повышенным уроном. Типа в 3 раза превысил, в 4, в 5. И все в одном бою бы клеилось.
Этого ситуация такая, да, у нас? Мне кажется, КВшка ошибется, рано или поздно подсетится, и я ее сниму, и станет проще. Лорка известна, где. Что есть. Делает пантера? Ну вот она сейчас, возможно, будет отдаваться, нужно ее продавать подороже. Че, я, наверное, с тервой буду. Ой, ну, сходу он просто едет и сходу стреляет, понимаешь, на лорке, лол. Сейчас дашь ему. Не прострел мне какой-то магический. Нет, не прострел. Ну ладно, жди его, он для тебя ваншотный. Ну он мне сходу дал, там, блин, с лорки очень сложно вообще. Так это как с бата, попадать 5 из 5 на ходу. Даже сложнее, чем с бата, там разброс на ходу очень большой. Он же и башней, и корпусом вертел. Там очень большой разброс. Просто сходу мне в башенку попал и все. Я труп. Я хочу подальше отъехать. Вот, вот, да, 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 вот это хороший вариант, точно. Только не ломай, иду машинку не ломай. А то у них же моды. Читер. Мода на моды. Все отлично, тут. Не, ну. О, смотри, я думал, не поедет никуда. Какой дерзкий, а парень. Отлично. Охотник у него был ник, да, не тот охотник-то. Это было дичь. На генерала охотился нашего, угу. А? Получил по сраке своей, охотник. Не в тот двор зашел, понял? Обер, ты КД, ну-ка я напрямую сразу херачу, наверное, картину. Да-да-да, здесь они, вот обе тут, обе тут. Пантера с этой разберется с первой. Просто прям напрямую сюда ломись. Наш Олег победил Абдулу героя. Вот это вот сцена просто. Голливудский боевик. Ну потому что у Абдулы неправильные приоритеты были. Он пристрелил нашу арту, а не ПТ-шку, которая его убивала по ДПМу. А у Вейт срезал, нужно было Волка убивать. Надо тебе ломиться вот в этот квадрат, а вот этой вот нужно ломиться сюда. И тогда вы перехватите все, что там движется и не движется. Тут вот на горочке есть годные кусты, если я сейчас в них уеду, то могу не, что-то не, увидеть. Даже не заезжай никакие кусты, просто ломись туда и все. А им очень сложно по тебе выпасть, ты прям не так, потому что времени маловато будет. Ну, Макс только опыта игры, он не знает, что с вертухи сорты попасть это вообще. Ну а что делать, тут придется рисковать, чтобы выиграть бой. Либо ничья будет, у нас так и так ничья, даже если ты умрешь, потому что они не успеют приехать и убить нашу арту. Поэтому есть шанс у тебя затащить, тебе надо просто ломиться и все, и пристрелить там всех. Они же все ваншоты для тебя. Во, видишь, он как раз блендит, вообще красавчик. Все, и вот этого вот тут по-любому сидит. Во, вот он. Ой-ой, красиво, как красиво. Блин, а аптечки нету, да? Мехвода ему сломали. О, все, шикарный бой. Депульпировал. Затащил генерал, затащил, вот. Друзья, за свою команду и за Макса тащить обязан. Если не будет, я его заставлю все равно. Вот, тем более, когда Макс уверенность вселяет, подсказывает, что делать. Не тупишь практически. Это, как говорится, генерал, вот здесь налево, тут направо, и вы выиграете войну. Ты такой, да-да-да. Тупо за Макса и двор. 3000 урона. Лучшая ПТ для нанесения урона... Больше, чем так, ну а я ни одной из стэшки, конечно, не убил, потому что мне с вертухи прилетело. Враг обнаружен.